А в Кабардино-Балкарии взрыва удалось избежать. Самодельное взрывное устройство было заложено в чашу вечного огня в городе Тырныауз. Информация о том, что вечный огонь погас, поступила в отделение милиции. На место прибыла оперативная милицейская группа. Саперы обезвредили мину. Как сообщается, мощность взрывного устройства составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.